Пошли. 6 августа 45 года, 8 часов утра, 15 минут. Над этим городом взорвали атомную бомбу «Малыш». Мы в Хиросиме. Интересный музей. Непонятно только, почему деньги взяли за вход. Это же музей мира. Мир бесплатный. Печальный музей. Наводит на размышления. Только те люди, которые атомные бомбы взрывают, они в эти музеи не ходят. Короче, я думаю, что музей этот очень интересный. В плане размышлений на тему, как хорошо жить в мире, как плохо жить в войне. Но простые люди, которые ходят в эти музеи, они атомные бомбы не взрывают. А если будет война, их призовут в армию, то те, кто даже сюда ходил, они все равно будут воевать, убивать. Такая вот херня. Можно представить, как это было. Было так же тепло, наверное, как сейчас. Ну, была жара, но было 8 утра, поэтому я думаю, что сильно жарко не было. Дети купались, наверное, в речке. Было вот так же солнечно. Вот, и тут херак вот там где-то, блин, на высоте 600 метров над городом взорвали атомную бомбу. Блядь, жопа вообще. Бомба называлась «Малыш», а на Нагасаки сбросили бомбу «Жердяи», которая была больше, два раза. Мы в Нагасаки не поедем. Оно в стороне немножко от дороги. Цветами пахнет офигенно. Цветы так красиво, ой, вкусно пахнут. Пеня, что он здесь остановился? Опа, заглох. Опа, пристегнуться надо. Ё-моё, забыл пристегнуться. Что-то запаздывает автобус. Может, я опять ошибся? Не, его не было. Тот 37, а это 38. Тот пришел, здесь никого не было. Чего он раньше пришел? А ему дам раньше прийти. Японские автобусы не опаздывают никогда. Стрим. Снимаю себя, как я сижу на остановке в Хиросиме и жду автобус 25-й. Чуть не уехали в обратную сторону, потому что я перепутал движение левостороннее с правосторонним. Там пересаживаемся на метро, едем, выходим, садимся на паром, едем, выходим, видим оленей, фотографируемся, улыбаемся, олени у нас воруют жрачку, мы уезжаем. Вот такой план, в двух словах. Все, ребята, некогда объяснять. Смотри, машин никого. Видела? Машин нет, вообще практически нету. Может, все на дачу поехали? Это японские праздники, говорят, сейчас holidays. Маевка, все дела. Шашлыки в парках жарят. Или на дачу поехали. Короче, юмор у меня туповатый немножко сегодня, потому что мы очень рано встали. Места зарезервировать не получается, поэтому какие найдешь, такие найдешь. Короче, неинтересно я рассказываю. Ладно, похеру, мы идем, блядь. Мы можем спуститься и покупаться, да, Ваня? Да. Скажи, да, Ваня? Да, Ваня.
Но что-то те, кто купается, не видно. Ну, не купается, в смысле грязная вода? В смысле? А вон зачем тогда лестницу сделали, а? Шах и мат. Лестницу сделали специально спуститься, покупаться. Офигеть, это все устрицы, смотри. Это на камнях, это устрицы. Давай трогать водичку. Обалдеть, я таких в Таиланде видел. Нет, мы теряем время, нас ждут олени. Ты хочешь оленей погладить? Живые, которые ходят по улице, как люди. И выглядят как люди. И только другие люди знают, что это олени. Люди-олени. Стой, стою. Блин, на улице пустые. Блин, не успели. Не успели на паром. Паром на вот этот остров. Бегом. Погода супер вообще. Покажи сквозь меня сквозь шляпу. Не хочу тебе показывать сквозь шляпу. Где же олени? И как запустить квадрокоптер в такую погоду? Тут ветер такой. А и там еще канатка идет на гору. Я думаю, что вот Саша снимает карту. Вот Саша, вот он снимает карту. Ага. Да. Не мешай. Не мешай. А, ворота в воде, которые фотографии, они... Мы только что видели, они почему-то без воды, наверное, отлив. Просто. А где же олени? Ладно, пойдем искать оленей. Вот олени, они бродят, как обычные люди здесь. Как туристы. Эй, олень! Сейчас мы его хлебом покормим. Хлеба, я не знаю. Что там плохо? Конечно, ему будет плохо. Но он это съест. Богдан, ты Алиску уже затискал, теперь олень на очереди. Возьми его на плечо. Они сейчас пакет вырвут уже. Это что, обезьяны, что ли? У оленя взгляд Алиски. За что угадаете? Отпустите меня! Пачика! 200? Пика 200? На 1000 километров попался. Что-то роют. Давай спросим, что ловят. Hi, sorry, what are you looking for? Cool. Они ищут, видишь, вон такие маленькие ракушки, которые можно кушать. Ракушки. А то они как это, как золото промывают. На остров упала устричная лихорадка. Все жены копают, пока прилив не начался. Давай. Хоть поковыряйся в земле с пользой. А то ты все зря ковыряешься. Я нашел воду. Воду — это уже полдела. Копай дальше. Ищи нефть. Богдан, надо нефть и алмазы.
Класс! Не, какое сокровище? Один моллюск за час. Богдан, это не рентабельно. Очень прикольно.
Не, красивый остров. Но в Хиросиме больше смотреть нечего. Мы посмотрели парк, посмотрели этот остров. Не, ну может и есть что-то смотреть такое, но нам лень. Вот, мы, короче, завтра поедем на юг Японии. На, забыл, как называется, Кагосима, по-моему. Там есть вулкан прямо возле города. Там их трясет каждый день. И у них даже если там 4 балла, они же даже из дома не выходят. Мол, херня какая-то. Вот, и там дрон позапускаю. Прямо к кратеру вулкана хочу запустить дрон. Прямо в кратер запустить его. Он сгорел. Я купил специальную насадку. Чтобы он сгорел и... Ну не дай бог он сигнал потеряет. Он дурной у меня дрон. Он домой по привычке полетит. Напрямую. Горящий. В Ялту. Горящий. В Ялту. Последнее место, которое он помнит. Хорошо.